Комичная история с контейнеровозом Ever Given завершается. Судно сняли с мели, начали буксировать по каналу. Также сегодня начались работы по разгрузке канала от скопившихся судов, лоцманы приступили к работе. Для расчистки образовавшейся пробки потребуется 4-5 дней. Египетские власти назвали официальной причиной произошедшего казуса, который стоил миллиарды долларов, плохие погодные условия, трудности с навигацией и ошибки капитана судна. Вероятность каких-либо злокозненных действий, приведших к блокировке канала, официальный Каир отметает. В целом, апокалиптические сценарии на тему краха мировой торговли и близко не сбылись. Так, временный локальный кризис плюс терриконы мемов. Как шутят по этому поводу, после угрозы разгружать Evergreen прямо на месте, египтяне удвоили усилия по снятию с мели. Постскриптум. Судно гигантских размеров, 400 на 60 метров, почти на неделю остановило судоходство из Красного моря в Средиземное и в другом направлении. Убытков мировой торговли примерно на 50 миллиардов долларов. Судно японское. Флаг судна – панамский. Судно управляется из Тайваня. Груз из Китая. Получатель груза – Голландия. Капитан – женщина. Долгов у всех участников этой эпопеи теперь однозначно много. В том числе и у страховщиков. Сколько придется заплатить только за спасательные операции? Вроде как пришло время вздохнуть с облегчением. Но не спешите. Как идет судно теперь дальше, уже вызывает беспокойство. Посмотрите своими глазами на обошедшие весь мир кадры движения судна после его освобождения. Оно идет со значительным креном на левый борт. Может ли судно с таким креном продолжать свое движение и выходить в открытое море? Подозреваю, что не сможет. Судно придется частично разгружать. А где? Чей товар тогда не дойдет до своего получателя? Так что все продолжается. Вернее, не все, а продолжаются только приключения гигантского контейнеровоз с 20 тысячами контейнерами на борту.